На мой взгляд, приготовление эклеров – одно из самых простых в кулинарии. Тесто готовится легко и быстро, а заготовки запекаются всего 20 минут. Поэтому рецепт у теста получается очень эластичным. Очень люблю готовить эклеры по этому рецепту, поскольку они получаются всегда на 100%. Попробуйте этот рецепт, и вы всегда будете готовить эклеры именно так. Заварное тесто очень эластичное и легко выдавливается, не оставляя следов в кондитерском мешке. С ним легко работать и можно придавать эклерам разную форму. 1. Сразу нужно вскипятить воду в глубокой емкости. 1. Сразу нужно вскипятить воду в глубокой емкости. 3. Всыпьте муку и быстрыми движениями начинайте замешивать тесто. Оно получится у вас заварным. Добавьте щепотку соли и не переставайте замешивать. 3. Всыпьте муку и быстрыми движениями начинайте замешивать тесто. Оно получится у вас заварным. Добавьте щепотку соли и не переставайте замешивать. 5. Затем дайте массе постоять, и когда она немного остынет, добавьте яйца и снова замешивайте. Затем готовое тесто переложите в кондитерский мешок и можете выдавливать на противень. 6. Вот такое эластичное получается тесто. Выкладывайте их с определенным расстоянием, около 2 см с обеих сторон, поскольку во время выпекания эклеры станут больше. 7. Запекаются заготовки достаточно быстро. Следите за поверхностью, как только она станет румяниться, то эклеры можно вытаскивать. Дайте им остыть, после чего начиняйте кремом или ириской.